вооруженные силы, мастер спорта. Дзюдо занимается с 2004 года. Сборная команды России с 2011 года. Лучшие результаты. 2011 год. Второе место в первенстве России. 2012 год. Третье место в первенстве России. Пятое место в первенстве Европы. Тренеры. Турчин Андрей Александрович, Терсков Игорь Васильевич. Синий динамо. Печкалева Наталья Сергеевна, 1997 года. Приволжский федеральный округ, Пермь. Общество юность России, кандидат мастера спорта. За дзюдо занимается 2007 года. Сборная команды России 2012 года. Спортивные результаты. Первенство России 2012 года. Первое место. Кубок Европы 2015 года. Германия. Третье место. Тренеры. Первый тренер Рычагова Сергея Сергеевна. Сейчас приготовится под руководством Алпаровой Людмилы и Галимова Фадея.
В этой встрече победила Турчина Анастасия.